22 апреля 2023 года, время 11 часов. Вот я убрал покрышки и видим очередную трехметровую плиту. И чтобы ее вытащить, она также на каркасе лежит, нужно вот эти, сколько тут, 40 сантиметров грунта убрать. Мест, как видим, я подготовил. Приступаем. Сейчас вынесу туда ведра эти. И здесь начну уже заниматься непосредственно перебрасыванием грунта. Прошло ровно 15 минут. Грунт переброшен, плита освобождена. И вот так приподнял жесть и вытащил ее. Лежит на одном, вот на втором каркасе. Ну и там еще одна плита. На ней уже покрышки и холодильники. Так что здесь процесс пойдет немножко по-другому. Сейчас эту плиту вытащу, потом попробую извлечь каркасы. И после этого плиту, мы видим, здесь еще две трубы. В общем, придется еще поковыряться, малек. Без 12. И вот с помощью такого рычага раскачиваю и потихоньку вынимаю второй каркас. Первый уже вот наверху. И плита тоже. Также извлек почти метровую трубу. Там еще одна такая же. Перебросил, как видим, почти весь биогумус. И пора идти обедать. Фитнес-зал фитнес-залом, а калории нужно восполнять израсходованные. Так что выползаем, включаем, вытаскиваем эту плиту, включаем горелку и на обед. Теперь нужно одеться, поскольку я здесь вот так вот голый по торс. И, конечно, 7 потов с меня сошло уже. Вот так вот физзарядка. И заодно загораю, поскольку это вот здесь поликарбонатная стенка южная. И сквозь нее загар очень даже хорошо пристает. Время 11.42. Третья аэродромная плита извлечена. Первая вот там вдалеке лежит. Вон там в тенечке половина. Плиты трехметровые. Масса примерно 30 килограмм. Ну и видим, как выглядит место от них освобожденное. Не знаю, получится извлечь четвертую плиту или нет. Но посмотрим. Пора на обед. Время обеда. Супчик подогрел в банке за 4 минуты. Вот. Перчика насыпал. Красного чили, черного чеснока. Хлебушек варили, подогрел в тостере. Ну и вот видим
как смотрятся наши извлеченные плиты и металлические каркасы, на которых они лежали, а также покрышки, которые скоро займут их место. Время 12:10, суп съеден, и теперь черед за витаминной смесью из 50 компонентов и чая, который сегодня заварен на вишневых веточках и листьях бадана. Они здесь на дёрке. Ну и, конечно же, большое спасибо Виктории из Краснодона и группе ребят оттуда, из того же города, бывших жителей Хабсула, которые поддерживают меня комментариями, лайками. Но это меня вдохновляет еще на большие подвиги в моем фитнес-зале. Ну и поехала витаминная смесь. 30 грамм. Теперь черед за медом. Вот столько его мне достаточно на обед, чайной ложки. Люблю с хлебом его. Время 12:15. Обед завершен. И пробираемся по очень грязной лестнице на третий этаж для сиесты. Там у меня грелки
греются. Две штуки. Чтоб не кусали комары. Вот такой шатер. Вот они. Одна грелка включена. А тут вторая. Ну, одну выключаем. Вторую оставляем и укладываемся. Вздремнуть часок. Время 14 часов. Хорошо. Поспал. Даже соседская собака почти не мешала. Теперь выползаем из нашего с вами шатра. С молнией вот здесь застежкой. И после того, как попьем чайку, продолжим заниматься теплой почвы в теплице. Так, чаек попили, остался только банан в тарелке. И теперь вот смазываем защитным кремом для рук. Руки, одеваем перчатки и продолжаем заниматься физкультурой в теплицу. Время 2:30, и чтобы добыть оттуда очередную плиту, вот весь этот грунт, который здесь у меня наверху, и сами холодильники, из-под которых будет отбываться плита, нужно основательно подпереть, чтобы они меня там не привалили. Поэтому я подготовил материалы, инструмент. И кроме вот этой опоры в угол, сейчас сделаю еще несколько. Ну и добывать буду уже с помощью вот этого лома очередную плиту. Опускаемся вниз. Время 15:14. Похоже, что надежно зафиксировал стенки все. Можно брать лом и пытаться достать вот это железо, очередную плиту. Но сначала попробую добыть каркас, на который она опирается, а потом уже возьмусь за нее конкретно. Время 15:20. Каркас добыт совсем легко с помощью лома. Выбрасываем его наружу и теперь пытаемся добыть аэродромную плиту. 15:36, но пока плиту с южной стороны вытащить мне не удалось. Зато удалось вытащить вот эту трубу с помощью этой же плиты. Вот так рычагом опираю, и труба извлечена. И, кстати, теперь освобожден и край плиты. Можно попробовать ломиком ее на себя вытащить. Чем я сейчас и займусь. 15:42. И с помощью вот этой трубы и лома через отверстие
в аэродромной плите. Все-таки мне удается потихоньку ее извлекать из-под холодильников и покрышек, на которых они стоят. Ну, пойдем дальше потихонечку. Время 15:46, и плита, можно сказать, извлечена с помощью вот этих рычагов. Сначала ломом, потом фомкой. В общем, все нормально. Теперь можно ее вытягивать в угол, ставить на ребро и выносить. 16:07. И чтобы поставить эту аэродромную плиту на ребро, в самый угол, я вот так трубы друг на друга доставлял и с помощью рычага вот таким образом двигал. Ну, теперь она в углу, и если убрать вот эту подпорку, что рискованно, то можно ее и вытащить. Ну, попробуем вытащить, не убирая подпорки. И так и не убирая подпорок, мне все-таки удалось вытащить плиту наружу. Но теперь остается только вынести каркас и плиту на улицу. Вот сюда к этим 5 каркасам и 2 плитам здесь лежащим. 15:21, и 6 каркас вынесен, и плита почти что на улице. Я уже по ней спустился из теплицы. Время 16:27. Цветы радуют, как и результат сегодняшней физкультуры. Вот видим, сколько тут металлолома, часть которого уйдет на сдачу. Где вот эти вот уголки, это мне пойдет как раз на каркас солнечных панелей. И, как видим, плита 3 вынесена. Осталась только вот такая длинная там труба. Вот она здесь стоит. Ну и завтра можно застилать пленкой, устанавливать покрышки и начинать просеивать вот ту землю, которая внизу, это тут вверху пока пусть будет. А ту землю нужно будет просеивать на установленные покрышки, чтобы можно было устанавливать и следующие туда продлять. С 1.5 метров, которые были уже готовы, но лежали вот на этих аэродромных плитах каркасов, до 3 метров. Ну, а там будет видно.